тысяч на время. Не забылся еще творческий вечер Николая Абушенко, как пришла пора еще одного юбилея, куда более солидного, но не менее прекрасного. Ведь талант не может исчезнуть, не может состариться, потому что неисчерпаемо талантлив человек, которого мы сегодня чествуем. Итак, я приглашаю на сцену Николая Абушенко. Вам долгие года. Браво, Николай Владимирович! Ну, наверное, еще один факт говорит о том, что Николай Владимирович молод,
что в нем не иссякли силы и желание работать творчески, с огоньком. Посмотрите на милого очаровательного ребенка, который сидит рядом с Николаем Владимировичем. Это внучка Николая Владимировича. Понятно, что он очень и очень молодой дедушка, ну и может вполне сойти даже за папу. Ну, я не знаю, но говорят, что внуков любят больше даже, чем собственных детей. И кто знает, может быть, пройдет совсем немного времени, и Мариночка, может быть, возьмет от своего дедушки хотя бы один из его талантов. Может быть, когда-то она прочитает свое первое стихотворение, или, может быть, свою песню. А вот сейчас пока Марина прочитает дедушкино стихотворение. Называется оно «Котенок». Мариночка, пожалуйста, прочитай дедушке и всем нам. Послушный котенок, непослушный наш котенок, он бежит во хвост просонок, не умытый, не лохматый, но зато такой усатый, что усы его видны, с ней причёса на спины. Он еще и шелунишка, прошептала тихо мышка, от тебя не хоронимся, потому что не боимся. Я вас серые не слышу, мне бы только влезть на крышу, но до крыши не добрался, и в бочонке искупаться. Не ходи во двор, котенок, не буди мышей с просонок, посиди и успокойся, лапкой беленькой мойся. Это наш тебе совет и большой-большой привет. А сейчас я приглашаю на сцену ансамбль «Сударушки», с которым... Yeah.
«Сибирь», музыка руководителя ансамбля Эллы Гессель, стихи Николая Абушенко. Это тоже песня Николая Владимировича, но я думаю, что он ошибается, что позабыли все его друзья. Друзья здесь, да? И поэтому мы только просто один куплет спели вам. А мы поздравляем Николая Владимировича с юбилеем. Где ты нас? Потеряла. С юбилеем. И дарим тебе тоже свои стихи. У нас тоже есть авторы, поэты, пожалуйста, Мария Ивановна. Уважаемый Николай Владимирович, мы, ансамбль «Сударушки», поздравляем вас с юбилеем. 60 – это не много и не мало. Будем считать, что по жизни пройдено лишь полпути. Желаем вам счастливой дорогой еще столько лишь пройти и быть таким же красивым, молодым и лицом, и душою. Здоровья вам огромного, благополучия домашнего и семейного и счастья вам безмерного. Вам, уважаемый Николай Владимирович, я свои стихи вам посвящаю. Очки брать, сейчас, минуточку. Все знают Абушенко, в городе известен всем, как поэт, и как артист, и как рассказчик-юморист. Пишет басни, сказки пишет, песни про Калачинск. Уж такой он человек, всесторонний, значит. Весь он в творческой работе, некогда и отдохнуть. Постоянно он в народе, его любят, его чтут. Он сегодня юбиляр, из прожитых 60 творческой работе 40 лет отдал. Были взлеты и падения, никогда не унывал. С ним общение – это праздник для ума и для души. Его песни и романсы очень даже хороши. Человек он одаренный, умный, скромный и простой. При этой жизни беспокойной нужен именно такой. Звезда Калачинска, всяк скажет. Талантливый поэт, солист. Для города он много значит. Без него бы скучно было жить. Я много говорить не буду, я просто, уважаемый Николай Владимирович, я прочитаю вам вот эти строчки. Юбилей у вас сегодня, друзья поздравить собрались, и душа ваша довольна, не зря вы с нею родились. Не зря стихи писать вы стали, об вас не лучше даже всех. И песни ваши петь не перестали, они имеют лишь успех. И будьте вы всегда счастливы, полны заманчивых идей, бодры, здоровы, трудолюбивы. Пишите дальше для людей. Но мы тут еще, мы на полчаса заняли вас. Пожалуйста. Такую дарим Николаю Владимировичу, такую открыточку маленькую. А вот на этой страничке, Владимирович, это вот ваша фотография. Можете извините, может быть, мы неправильно сфотографировали. Фотограф такой. Мы же такие фотографы. А это все мы. И мечты сбудутся. И прочитаем мы сейчас вот вам такие слова. Улыбнись веселей, это твой юбилей. С чем тебя от души поздравляем. Все, что в жизни хорошего есть на земле, мы тебе, дорогой, пожелаем.
Пусть этот день запомнится надолго. Запомнятся все теплые слова. Большого счастья, крепкого здоровья. Желаем вам на долгие годы. Всех поздравляем. А это чтобы обычное поздравление. И закончить мы хотим свое поздравление последним куплетом. Мы с Николаем Владимировичем очень долго вместе работали. И когда он сейчас спел песню, что «Мои года, мое богатство», то, честное слово, это было про него лично. Он действительно не нажил ни красивых хором, ни мерседесов, но душа осталась. А это главное. И закончить мы хотим, опять же, своими словами, я думаю, они тоже подходят. Простой совет, если только у кого везения нет, поспешите в руки взять свою косу и косите невезение полосу. Поспешите в руки взять свою косу и косите невезение полосу. Ты назначила свидание возле Омки на мосту. Я пришел туда заранее, прошагав почти версту. Час проходит, два проходит, и уже терпения нет. Вот и солнышко заходит, а тебя простыл след. Вот и солнышко заходит, а тебя простыл след. Не могу найти причины, что-то надо предпринять. Грех влюбленного мужчину без внимания оставлять. Где ты, счастье мое, ходишь, сердце рвется из груди. Ты за что ж меня изводишь, я прошу тебя, приди. Ты за что ж меня изводишь, я прошу тебя, приди. В небе звезды засверкали, месяц стал над головой. Ты придешь теперь едва ли, да и мне пора домой. Ты придешь теперь едва ли, да и мне пора домой. Это время непростое.
один закон, а теперь движение все на повышение. Творчество, наверное, одно из самых прекрасных слов в языке. В русском искусстве творческая многогранность – явление далеко не редкое. Природа щедро одарила Николая Абушенко. Он поэт, сатирик, юморист, актер, певец и даже мастер спорта по фехтованию. И вот все эти качества и его таланты прекрасно отражаются в шотландской народной песне «Серенада Заики». Итак, «Серенада Заики» поет Николай Абушенко. Как сказал Николай Владимирович, 1248 раз поет. Какая благодать, только месяц землю осветит, буду я ее. Ну да угодно ждать. Ты правильно. Выбрал я уже красных маков много в букете, но красней твоих, ну да глазок нет, да губок нет. Был за их путь. Может, можно это заметить, только я о том не Николай Владимирович, поздравляем вас с днем рождения. Желаю, чтобы солнце вам улыбалось, чтобы в жизни было все легко, чтобы только хорошее в жизни встречалось. Уходит, ушло, далеко-далеко. Пусть будет счастье и здоровье, и пусть на все хватает сил, и каждый день обычной жизни, чтобы только радость приносил. А сейчас мы исполним для вас песню, в общем, посвящение. Мы ее так сами назвали «Юбилей». Наш
вокруг тебя собрал друзей, чтобы отметить день рождения, а заодно и юбилей, и юбилей, и юбилей. Нам все здесь близко и знакомо, мы часто слышим от людей, что сказки пишешь, басни пишешь ты толково, но гнать не любишь лошадей. Ох, лошадей, да лошадей. Творчества, педагоги и ученики.